чистить и мать будет. Да, как ты чистишь? Какое-то еще осталось. Лека, пошли гулять. Не, еще дождь будет. Она передумала, Андрюш. Все, еще чуть-чуть. Волосики ее уберу. Ваша кукла. Зяюшка моя. Куруза любимая. Кукуруза любимая, да? Это я кукуруза любимая. Это я кукуруза. Овощ кукуруза. Тоже овощ. Молодец. Но она сырая, невкусная. Ее варить надо. Да. Блин. Ну вот это некрасиво так уже. Овощ кукуруза. Вот и дождик пошел у нас. Класс, шумит, капает и гремит. Как я люблю такую погоду. Я бегу себе делать кофе с молоком. Всех люблю, целую. Пишите, как готовить дораду, сибас и все остальное. Жду, девочки, ибо без вас я никуда. Люди зонтиками там идут. Классно. Собачками. Несети. Класс. Ай-яй-яй-яй-яй. Красота. Где-то там мои цветочки. Смотрите, какие они красивые, мои цветы. Боже мой, какая-то яркое пятно прям мое. Всем привет! Я сегодня включаюсь только в 6 часов вечера. В общем, встала в 8 утра, сварила бегом борщ, чтобы бежать гулять, потому что Ника ж, она не может дома сидеть. Смонтировала видео, сварила борщ, погуляли, закрыла наконец-то мохито. Потому что пропадет мой крыжовник. Это ж быстро, знаете, как ягода портится. Я закатала все компоты, наконец-то, как груз, блин, с плеч. И сейчас у нас почтовый вечер. Мы забираем посылки. Заказывали на розетке моющие для посудомойки. Сейчас вам покажу, Дима забирает. А я хочу тут забрать. Мне посылка пришла по делам блогерским. Наконец-то досниму видео. А то я, понимаете, горячая как картошка. Мне надо все быстро, быстро, быстро. А оно как-то не складывается так. Когда в деле завязан не только ты, а еще кто-то, знай, идеально ничего не будет. Иду на Мистэкспресс, опять все закрыто. Если опять в рабочее время закрыто, я за себя не ручаюсь. Нету никого, представляете? Боже, да не хочешь срать, не мучишь жопу, понимаете? Закрыто, звоню. Нафига такая работа? Господи, боже мой, еще же. Чего вы жалобу оставляете? Как на вас ее не оставить? Щечки мои любимые впалы. Да, все уехали, все закрыли. Потому что одному оператору, который один тут сидит, надо было куда-то срочно уехать. То он едет с Квасилова прям, понимаете? В Сдолбунов. Мне его надо ждать. Классно. Я оставила Диму с Малой на почте, на Укрпочте. Они рядом, в надежде, что я сейчас прибегу, их быстро заберу. Вот не люблю я ни обслуживание такое, ни людей таких, ни вообще ничего.
И только эта почта всегда так работает. Только это. Я не знаю, рыба гниет с головой. Помните мои разборки с этой почтой? В Ровно, там, где такая сисястая девушка была. Вот там тоже была проблема, когда Катя мне из Германии присылала посылку. Посылка моя каталась 1,5 месяца по всем городам. И я не могла ее ни забрать, ни отследить. Ничего не могла. Понимаете? И они возили туда-сюда эту посылку. И только я где-то на какой-то строительной улице, за городом, где-то в черте где, мы с Димой ее нашли, приехали и забрали ее только с тем, что мы прям скандалили, просто орали. Дима там всех мартышками обзывал. Нету слов. Сейчас я опять сделаю в таком. И опять оставлю жалобу. И будет много жалоб на это отделение. Значит, пускай закрывают его. Ну, не знаю, вы должны знать, сечется. Ну, Дегтярева Юлия Юрьевна, да. Что там надо? Документы кисти? Давайте смс-ку. Да, это смс-ка. Мой надо паспорт. А, ну. Все? Так. Спасибо. Так. То что у вас с закрытием отделения? Что закрываете, уходите постоянно? За 10 хвилин закрылись просто. Да, за 10 хвилин закрылись, а пришлось вернуться, да? Вот так, вот не везет. А, это они просто раньше закрыли. Он молодец. Что, Ника? А что, это мячик есть? Это мячик для собачки. Это мне пришлось ждать, потому что он возвращался. Зато честно сказал. Ну вот я не позвоню и только из-за этого не буду делать никакую жалобу, потому что он честно сказал. Говорит, ну раньше типа закрылся. Ну ладно. Что у нас тут? Посылка. У нас тут тоже посылка с розетки. Дома откроем, да? Я хочу открыть. Так откроем, смотри, еще вот такая вот есть посылка. Видишь? Можно все повесить. Да? Давай я понесу, хорошо? Иди, едь. Блин, ну на солнце это, конечно, жесть, как жарко, да? Хорошо, что я эту сумочку взяла, а то пришлось бы коробка. А слушай, а там что, соль есть такая маленькая? 10 копеек. А, да не, не буду я брать 10 копеек. Лежал бы там рубль, я бы взяла бы. Я ж написали сволочь сволочная, с бабками торгуется за 10 гривен. То за рубль я бы присела бы. Банкомат? Да, да. Только сильно не надо, чуть-чуть ей приподнять бы. А мама уже ручка считается. А, там три положения, да-да. А я такой есть и видела. А тут смотри, тут тоже так же, три дырочки. Вот на одну ей можно поднять. А, вот тут шурук. У меня два. Ну, то дома уже, значит. Вынялась? Шурук надо. А у тебя? Запекла на ужин все-таки сибас. Решила Драду отложить на пикник. У нас будет на выходных пикник. Не могу дольше печь, понимаете, потому что уже все орут, очень сильно хотят есть. Лучок прям сладкий. Значит, полила вот этим оливковым маслом чуть-чуть, сбрызнула лимоном, приправа к рыбе, соль, перец. Больше ничего не надо, я думаю, эта рыба сама по себе, у меня слюнки уже просто вкуснейший продукт. Сейчас я разложу это все и буду всех кормить. Сейчас покажу вам посылку, которую мы забрали из розетки, что заказали. Та-дам!
Вот моющие для посудомойки, как я и говорила. Значит, на розетке акция была. Гель Самат на 55 стирок. Один покупаешь... А, два. Нельзя было один. Два. Берешь за 330 гривен. 335, по-моему. Получается 55 стирок. 150... 165 гривен, да, стоит 55 стирок. Это очень дешево. Я раньше покупала гель. Андрюш, сделай чуть-чуть тише телек. Я уже мультиварка тут стоит, смотрите. Я раньше покупала гель в эти подушечки такие, ну, как для стирки, только для посудомойки. Они назывались фейри. Но они очень сильно подскочили в цене. Но чем мне нравится гель, потому что он не оставляет такого серого налета на посуде. И очень хорошо вымывается, полностью весь растворяется. И видите, когда вы моете гелем, вам не надо ничего дополнительно для блеска. Вот уже в гель входит это все. И вот тут, значит, и горячий, и холодный. Можно мыть и вилки, и ложки хорошо блестят. Что им можно мыть? Видите? Не знаю, я его ни разу не пробовала. А вот, видите, из двух дырочек прям льется. Ой, как интересно, что оно там разделено, что ли? Значит, ой, ой, а пахнет как? Нихнить, нихнить. Что это? Пахнет. Давай, понюхай. Понюхай. Пахнет точкой. Класс. Мама, вот, значит, две вот таких вот за 335 гривен. Я уже сказала, видите, они огромные. В Еве очень дорогой этот Самат. Одна на 30 стирок у нее стоит 150 гривен. То есть 300 гривен на 60 стирок, а я одну беру на 55 за такую, за ту цену. Вы поняли, да? И взяли соль. По-моему, соль. А, вот у меня тут есть цены. Что я буду сейчас рассказывать? Гель для посуды. Одна штука за 169. Гель для посуды. Одна штука за 170. Как у них так идет, я не знаю. Сколько это? 340 получается. И соль для посудомоечной машины. Вот 69 гривен. Вот. За вот эту вот упаковку. Нет, это сейчас нельзя открывать. Это завтра будем открывать. Такая вот покупка. Ну, для посудомойки, все, у кого есть посудомойка, знают, что это лишним не бывает. И вот доставка, вот у меня. Что ты не фокусируешься? Вот доставка 20 гривен стоит за это все. Если заказываешь на 500 гривен и выше, то доставка бесплатная. Ну, мы что-то, Дима, не раздуплились. Ну, у нас и чек на 408. Вот такие вот покупки. Если будут классные, то прям буду высматривать постоянно на него акции. Если вы пользовались, напишите мне, пожалуйста, потому что я просто повелась на акцию. Возможно, надо было больше брать, а я тики два взяла. Будем смотреть фильм «Бумажный дом», наконец-то. Дима скачал все сезоны.